Сюда. Давай, Бочечка. Всем привет. Творилось тут очень страшно. Да, да, ложили минометами, танками ложили. Танками, полностью разнесли нашу позицию. Много трехсотых. Говорят, есть двухсотые. Но вы удержались. Ну, мы удержались и стояли до конца. От вышки что-то осталось? Вообще и камня на камне. Вообще. Внутри сложил прямые попадания там. Положила там, ну как, блядь. Сколько танков пошло? Не знаю. Два танка. Две БМПшки. Нашла колонна, я их не считал. Все вели огонь. Все отстреливались. Колонна шла на прорыв к диспетчерской вышке? Да. Три единицы. Диспетчерская вышка, пожарку нашу позицию, они прямыми наводками. И 120-м вложили минометом. Тоже прямое попадание. Комнаты внутри все сложились. То есть они сходу или специально на вас вышли и прикрывали колонну? Нет, они вышли, короче, блядь, специально не знали, что мы высотку сделали, ну там, а. И... Они специально выбить нас Да. Они пришли нас выбить. Сколько мы ее держим? Какой день уже? Пришли нас выбить. Ну, не удастся. Потому мы, что... Мы убьем, нахуй, тварей, блядь. Ну, да. Хочу...